О том, как гремела и горела земля в танковом сражении под Прохоровкой, рассказывают шестиклассники. Это самые юные экскурсоводы музея «Курская битва». Мемориальный комплекс работает в лицее «Созвездия» с 99 года. Здесь у них есть возможность изучать историю вживую. То есть вот они артефакты, вот они источники, по которым можно работать. И это, конечно, гораздо интереснее, чем учить просто по учебнику. Праздничную экскурсию и концерт посетили почетные гости. Патриотическое воспитание молодежи – одно из главных направлений в работе властей на всех уровнях. Я уверен, что у них должно быть настроение мирное, на хорошее, на созидание. Вот это самое главное. А если придется, то тогда уже оставить свое рабочее место и стать защитником Отечества. Сегодня должны в эти праздничные дни в очередной раз всем сказать, что мы едины, что мы непобедимы, мы все сделаем. От нас зависящее, чтобы это голубое мирное небо сохранить и передать нашему подрастающему поколению. Перед Днем Победы в лицей всегда приходят ветераны, встречаются со школьниками. Константину Стычкову было 18 лет, когда он участвовал в Курской битве. Ребята слушают нас хорошо, вопросы задают. Приятно с ними тут проводил все праздники и во дворе, и здесь. Так что я тут свой. Ветераны и почетные гости получили награды и благодарности. Для зрителей ученики лицея подготовили выступление «Мы родом из распятого детства». Олеся Корецкая, Станислав Левин, «События».